I go anywhere, anywhere with you, 'cause you fill my mind, oh, you fill my mind. И всем привет! Судя по предыдущим видео, вам очень понравилась рубрика, где я рассказываю о маленьких звездочках, которые помимо гимнастики занимаются и другими крутыми вещами. Сегодня я расскажу вам о Кристине Шмидт, которая совмещает гимнастику, танцы и модельный бизнес. Кристина 2005 года рождения. Она родилась и выросла в красивом городе Санкт-Петербург. С самого детства Кристина занималась гимнастикой, и на данный момент она уже неоднократный призер всероссийских и международных соревнований. Она дважды выигрывала гран-при на фестивале Алины Кабаевой и гран-при в «Звездных детях» у Ирины Винер-Усмановой. Кристина входит в список лучших гимнасток Санкт-Петербурга, а параллельно с гимнастикой занимается модельным бизнесом и делает это весьма успешно. Так ее приглашали в Барселону на съемки для благотворительного календаря известного бренда «Мона Лиза». Несколько сезонов подряд она принимала участие в показах известных питерских дизайнеров на неделях моды. Но и это еще не все. По примеру Евы Уваровой, Кристина занимается танцами и повышает свое мастерство. Пока она занимается не так давно и ни в каких крупных проектах участия не принимала. Но я думаю, у нее все впереди, ведь помимо трех больших хобби, Кристина успевает активно вести социальные сети. Так в ее инстаграме уже более 80 тысяч подписчиков. А канал на ютубе пока не так развит. И еще один интересный факт. У Кристины есть сестра, которая тоже занимается художественной гимнастикой. Ну что, а у меня на этом все. А вы пишите в комментариях, какие видео вы хотите видеть в этом году. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока! Won't you sing for me, won't you sing for me, till we fall asleep. The night is young, won't you sing for me, won't you sing for me, till we fall asleep.